Привет всем! Программа Matchpoint, освещающая все основные события в мире настольного тенниса, продолжает следить за ходом подготовки к российскому Open Tour 2015 года, или, говоря иначе, чемпионату России по пинг-понгу, который, напомню, пройдет в центре настольного тенниса в Крылатском через неделю 21-22 ноября. Мы находимся в спортивном зале, где только что закончились игры первого тура мужской премьер-лиги командного чемпионата России. Вот, как видим, уже многие игроки покидают зал. Это Василий Лакеев, Вячеслав Буров. Но некоторые не смогли удержаться от того, чтобы попробовать себя в пинг-понге. И, как видим, для кого-то это первый подобный опыт. Сейчас вы видите Алана Заикина, лидера команды «Луч» Владимир. Ну вот и представитель судейского корпуса также здесь тестирует инвентарь для пинг-понга. Алан, что скажешь по поводу ракетки этой? Да здорово вообще. О, потихонечку уже нормально привыкаем. На что похоже? Даже не знаю, на что. На обычную деревню. Да нет, хотя на обычную деревню тоже не похож. Все равно что-то есть такое сцепление. Ну, я правда, обычную деревню тоже домой не играю. Но есть какие-то, скажем, варианты для игры? Конечно, вот. Просто чуть-чуть первый раз в жизни вообще Чуть-чуть, ну, как бы, чуть подработать с техникой. Все будет хорошо. Приблизительно уже понял. Приблизительно. Ну а сейчас к столу выходит Игорь Рубцов, тренер мужской сборной России, который также решил протестировать ракетку для пинг-понга. Ну, Игорь Рубцов всегда интересуется всеми веяниями. Ему также крайне интересно попробовать себя в пинг-понге. Возможно, мы Игоря увидим на чемпионате России по пинг-понгу. Вот посмотрите, происходящим заинтересовался шипы, да? Сам Владимир Самсонов, игрок оренбургского клуба «Факел Газпрома». Это Максим Шмарев рядом с ним. Ну, Владимир Самсонов, вы его прекрасно знаете, это один из сильнейших игроков мира. Может быть, мы его сейчас даже увидим с ракеткой для пинг-понга. Андрей Байбулдин. Ну, мы оказались правы. Владимир Самсонов все-таки встал к столу. В руках у него ракетка для пинг-понга. И с противоположной стороны стола Ксения Туленкова, которая, я отмечу, что очень здорово играет в пинг-понг, принимала участие в чемпионате мира по пинг-понгу в Англии и будет участвовать и в нынешнем чемпионате России по пинг-понгу. И будет одним из претендентов на медали. Максим Шмарев, трехкратный чемпион мира. Вовик приезжает в Россию, будет играть 21-22. За Белоруссию. Представляете, Александр Григорьевич Лукашенко, вы представляете, Владимир Самсонов. Ну, посмотрите, насколько великолепно чувствует мяч Владимир Самсонов. Посмотрите, что делает Ксения Туленкова. Великолепная кисть. Тренер, бойтесь. Вот, победила дружба. Ну и сейчас Максим Шмарев, Владимир Самсонов. Но об этом мы расскажем уже в нашем следующем выпуске. Подписывайтесь на наш канал и следите за новостями.